Так, ребята, решил, значит, модернизацию провести третьей руки. Она, конечно, хорошая, бла-бла-бла, все прекрасно. Но у нее большой минус. Китайцы экономят на всем, поэтому станина, соответственно, ну, как бы очень легкая. И когда ты что-то ставишь, такое увесистое, ее, в общем, переклоняет. Ну, она такая смешная. Поэтому я пошел на базар, купил вот такой хороший кусок металла, просверлил в нем отверстие только что. Вот. Возьму вот болты. Под потай так сделал. Все это дело зафиксирую, покрашу. И будет красиво. Так что такая сейчас будет модернизация. Так, ребята, ну что, вот результат. Мне он нравится. Вот такая вот станина получилась. Покрасил я черной матовой краской ее. Закрыл болтиками. И получилось достаточно неплохо. Теперь, по крайней мере, можно такие увесистые какие-то штуки ставить, но более-менее. И не будет его перекашивать. Вот такая вот небольшая модернизация, которую я сделал. Все, ребята, кому понравился ролик, лайкайте, дизлайкайте. Лучше всего комментируйте. Это комментарии самые лучшие, так сказать, взаимосвязь с подписчиками. Вот, и всего доброго, всем три, до свидания.